Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И сегодняшнее видео я хочу посвятить топ-3 рекомендациям для мужчины после 60 лет. Друзья мои, я крайне рекомендую посмотреть это видео, потому что достаточно часто встречаемся с проблемами как раз-таки в возрасте после 50 лет у мужчин. Мы сегодня будем говорить про самые-самые простые рекомендации, которые, если вы будете внедрять в свою жизнь, вы уже в ближайшее время почувствуете потрясающие результаты. Поэтому я вам крайне рекомендую досмотреть сегодняшнее видео до конца. Также, друзья мои, я вас жду в своем телеграм-канале, ссылка в описании под этим видео. Мы разбираем самые интересные и самые новостные истории в мире здоровья и медицины, поэтому подписывайтесь. Ну что, дорогие мужчины, вы знаете, что я всегда стараюсь заботиться о вашем здоровье и давать вам максимально много информации, но часто вы сами во всем виноваты, абсолютно во всем. Почему это происходит? Да? Что вы часто не замечаете абсолютно какие-то изменения, происходящие в своем организме. Плюс вы начинаете просто убивать и травмировать свой организм. Это очень-очень важно. Вы должны на это всегда обращать внимание. Поэтому давайте сегодня разберемся. И главное, разберемся, как мы можем на это повлиять. Первая рекомендация. Неважно, сколько тебе лет, обязательно двигайся. Движение – это жизнь, да, как уже говорилось многократно. Я думаю, каждый из вас слышал эту фразу, что движение – это жизнь. Ну, кто не слышал, напишите, да, что нет, я такого не слышал. Вот, соответственно, почему-то с каждым годом все меньше и меньше мы двигаемся. И сейчас, конечно же, если сравнить мужчин там 10 лет назад и сравнить мужчин сейчас, то все больше и больше, соответственно, профессий, связанных с сидячим образом жизни. То есть мы видим очень много застойных явлений, мы видим значительное снижение тестостерона. Связано ли это как-то с подвижностью? Да, это связано напрямую. Есть мужчины, кто занимается сидячими, ну, профессией, да, сидячие, но занимаются спортом. Это, конечно же, очень хорошо. Но, к сожалению, большинство мужчин, ко всему прочему, соответственно, не хотят заниматься спортом, соответственно, не хотят... Им все время некогда, или это все нерегулярно. То есть вообще, когда мы говорим про наше здоровье, очень важна регулярность. Если вы один раз ходите в спортзал, вы, конечно, безусловно, будете молодцом, но это не будет эффективно для вашего организма. То есть эффекта нужного и должного не будет. А когда вы будете ходить регулярно в спортзал, тогда вы будете чувствовать потрясающий результат. То есть это могут быть 10 тысяч шагов. Пожалуйста, ходите 10 тысяч шагов в парке, на дорожке, где угодно. Это тоже очень важный фактор. И потом вы будете ощущать, что вы себя лучше чувствуете, что вы заметно стали лучше выглядеть, у вас повысилась либидо, вы стали более энергичны. Ведь можно в 60-70 лет выглядеть абсолютно прекрасно. У меня есть такие пациенты, которые выглядят абсолютно прекрасно в этом возрасте. И даже там выходят, там женятся, заводят детей и говорят, знаете, я сейчас выгляжу и чувствую себя лучше, чем там 20 лет назад. Вот, второй момент. Конечно же, обращайте внимание на ваше питание, да, что движение – это жизнь, и мы то, что мы едим. Если вы будете есть мусорную еду, а к ней я отношу различные фастфуды, огромное количество сухариков, чипсов, огромнейшее количество различных продуктов ненатуральных, да, вот намешано не пойми что, там роллтоны, да, вот это вот лапша быстрого приготовления. Будьте, пожалуйста, с этим аккуратнее, потому что эта вся еда не оказывает пользы. Плюс убираем большое количество углеводов, убираем большое количество сахара. Это тоже очень важный компонент,
которые мы с вами должны учитывать. Обязательно. Плюс отказываемся от вредных привычек. Сводим их к минимуму. От пива я крайне рекомендую всем мужчинам отказаться. Как только вы откажетесь от пива, вы уже почувствуете потрясающий результат. То есть вас эти результаты просто будут удивлять. Почему? Потому что огромное количество фитоэстрогенов. Тестостерона мало, соответственно, вырабатываются вот эти аналоги женских половых гормонов, поэтому мы у мужчины получаем большой живот, мы у мужчины получаем большие молочные железы, мы получаем там волосение по женскому типу, да, меняется голос и так далее. А если вы будете постоянно-постоянно это пиво пить, то, конечно же, это все будет еще гораздо-гораздо хуже. Поэтому здесь, пожалуйста, обратите на это внимание. И от пива я крайне рекомендую отказаться. Ешьте простую еду. То есть, что я к этому отношу? Овощи, рыбу, курицу, какого там индюшку, кролика, что угодно, да. То есть, постарайтесь поменьше красного мяса есть. Обязательно убираем различные колбасы. Это вообще, мне кажется, какая-то атомная бомба. Там содержится огромное количество различных ароматизаторов, красителей, сахара, соли. Чего там только нет, чтобы она была вкусная, чтобы она хранилась долго. Поэтому от этого нужно тоже избавляться. Ну и, конечно же, добавляем в ваш рацион правильный витаминно-минеральный комплекс, содержащий цинк, селен, витамин D3, витамин С, натуральный экстракт женьшеня и юхимбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают потрясающее воздействие с первых дней приема. Поэтому я вам крайне рекомендую. Почему мужская мощь препарат очень действенный и эффективный? Потому что, во-первых, я очень долго занималась его разработкой. Он не содержит красителей, ароматизаторов, металлов, тяжелых металлов, различных фенолов, только натуральная желатиновая оболочка. Произведен в России. В своем составе содержит витамины-микроэлементы и натуральные экстракты. И действительно, даже кто вообще думал, что вы знаете, да, не может быть, что ваши витамины помогают. Да, друзья, они помогают. И даже у мужчин, у которых нет проблем с потенцией, поверьте, потрясающие результаты, потрясающие улучшение потенции, увеличение либидо, увеличение уровня тестостерона. Поэтому я каждому из вас крайне рекомендую. Рекомендую курсовой прием 2-3-4 месяца, никаких побочных явлений. Если у вас нет, конечно, каких-то критических цифр артериальной гипертензии, замечено не было. И мы уже с кардиологом многократно про это говорили, поэтому я вам крайне рекомендую. Переходите, заказывайте, первая ссылка в описании, забирайте и пишите отзывы. Для меня это крайне важно, и чувствуйте потрясающие эффекты. Пока-пока и до новых встреч!